Вот очень показательный пример разницы между поясом с ТТГ и поясом с Вайши. Вот если посчитать все полезные статы, то получится так, что у ТТГшного пояса это плюс по статам практически брюлик. Потому что есть вот этот бонус. Хотя по его меньше. Также есть у некоторых классов свои фишки незаменимые. Допустим, двойная атака. Просто с 80 стопы, а... У меня есть двойная атака. Так, ну все, квест, 6 квестов взял. Все, бегу. У меня украли своем. Алло? Грань тьмы. Как ее у тебя украли? Пропало. Художественный фильм спиздили. А как она у тебя пропала? Ну, бывает, Если когда это какой-то... багается просто. Гаси, просто она у меня сейчас тоже я делаю такой. Я должна быть к этому готова быть. Ну, на почту приходит он, возвращается сюда. А-а-а. Как молот Тора. Понятно. Ой, мы убьем, да? Сейчас я тут мобов убью. Нет, мы не босс убьем. Чё ты его все время там бьешь? Если не ты, а многие там его бьют. Иди вот сюда его, чтобы в воде не плавал. Удобно же здесь, на корабле. На корабле? Так? Ну да. Ну да, чтобы лутать, чтобы быть... быстрее. Ну да, летаешь быстрее, в один плавать. Я, кстати, первый раз вот с чуда начинаю квест. А вы всегда от чуда начинаете, да? По-ордынски. Да, по-ордынски. Я по-аловски начинаю с тайфуна. Да. И мне аж это, знаешь, как это? Я Что у нас вас сейчас с ударениями, да, Саша? Поймала сейчас себя на мысль, что я сейчас вот на ваунту села и думаю, блядь, а куда мне ехать? Хотя, как бы, эту карту уже не знаешь. Не с руки, короче. Вот, кстати, опять сейчас прям так не с руки было. А чё он здесь? Его чё переставили? Блять, меня убил он. Ты села, да? А я чё-то это... Вот, села, всё.
Я, короче, туда подхожу. Я думал, он там стоит, а он, оказывается, здесь за трубами. А его вот недавно представили, может, месяц назад. И другого тоже. Который тоже в крепости стоял. Крюк или Крок какой-то, не помню. Капитан Крюк. Мой любимый персонаж из «Пиратов Карибского моря» — это капитан Барбосса. Да? Самый... А у меня Джек Воробей. Самый крутой. Ну, Джек Воробей, это понятно, его все любят. Барбосса. Самый пиздатый распиздяй. Куда возьмешь курс, Джек? Догадлив. Как он там, чертец? Я недавно посмотрела этот «Великолепный век». Я не ожидала, ну, всех так на слуху был всегда. Я не ожидала, что он реальный, в смысле. Вы смотрели кто-нибудь? Чё-чё смотрели? «Великолепный век». Да. «Великолепный миг»? Век. А чё за турецкий сериал? Нет, ты тоже не смотрел? Так, турецкий. Сериал? Да, сериал он большой такой, как «Санта-Барбара». Там, не знаю, сколько, 4 сезона, в каждом сезоне что-то там по 50 серий, что ли. Я знаешь, какой сериал второй раз пересмотрел, ну вот где-то год назад, «Сверхъестественное». Да, я тоже смотрел, клёво. А, я полечился. «Сверхъестественное», да, вообще клёво, тоже смотрел. Смотри, «Великолепный век», тебе понравится. А я сейчас смотрю, знаете, какой сериал «Зачарованные»? Ой, я его раз в 5, наверное, пересматривала. Ну, тоже прикольно. Только второй раз начал. Я первый раз его смотрел вообще, когда в школу еще ходил. Mm-hmm. Ну, короче, раз тебе нравится «Зачарованные», значит, тебе «Великолепный век» точно понравится. Он потому что, мне кажется, по режиссерской работе, и по актерской работе он намного лучше. А тебе зачитается квест? А я не знаю. Да, наверное. Да, зачитается. Меня должны поднять, и я получу. Угу, не читал. Я могу похилиться. Он все меня Саша прилечил. Почему я не могу залезть к тебе, Денис? Не надо, тут занято. Я тоже не могу понять, Саша что-то замирает это, и понять невозможно, сел человек или нет. Сел, все. Саш, ты спишь уже, что ли? Ага. Ясно. Уже почти. Блядь. Я вас сейчас расстроен, ребята. Я, видимо, тоже свои сандвичи не получила огромного. Я тоже в одном ботинке сплю. Это который этот? Белый? Это который мишка. Чё, потом убьем? Или чё? Пойдёмте сейчас. Пойдём. Мне кажется, сейчас поближе лежать. Кстати, Слава, тоже это, подучись, забудешь, как я сейчас, и тебя убьют с одной тычки. А, ну да, кстати, у нас хила нет, что ли? Есть, но все равно тебя убьют с одной тычки, она не успеет. У хила спящий режим. Я что-то даже не смотрю.
У меня тоже. Вот, вы представляете, мне еще сегодня ночью вставать несколько раз. И потом мне там рано. А у вас, кстати, сколько время? У меня 4:41. У меня 1:41. 4:41, это вообще куда-то ближе. А куда вы все побежали? А я побежал в обход, чтобы у меня не было перефазы. А что, ты боишься этой перехода? Человек выпадает из седла. А, понятно. А 441, какой это город? Это где-то Это Иркутск, где-то там. Новосибирск. Юсаймит. Ну, практически, я угадала. Понятно, откуда я забыла? Нижний. Да, точно, Нижний. Нижний рядышком со мной. А Саша откуда? Сонное королевство. Меня что спросили? Да, из какого ты города? Я из Беларуси. Беларусь? А у тебя сколько время? У меня московская, 12:43. Ну вот, у меня плюс один в Москве. Так. Я сам этого помню. Ублюдок. Ой. Место готово. Это мы еще и долго делали, потому что мы пиздим на расслабоне делаем. Так-то они быстрее делают. Да, так-то эти неохота делать только контракты чисто по-быстрому и все. Так, где там моя Тебе в вотчина? другую сторону. Пристанище воров и убийц. Кстати, когда я смотрела этот сериал «Великолепный век», я прогуглила все. Мне так интересно стала эта история. Все посмотрела про Султана Сулеймана, про Хюррем. Все погугли. Ну, кстати, мало таких прям достоверных данных. Очень мало. Я посмотрела эти выпуски историков на Ютубе. Мало. Хотя, блин, почему не так давно уже это было, это там 1500 какой-то год, да, 15 век. Блин, не первый же век. Уже люди знали, что такое письмо, что такое язык, могли все сохранить, но мало, короче, таких фактических данных о них.
Так интересно. Но все равно в этом сериале как бы это вот то, что я смогла прогуглить, практически все в этом сериале есть. Вот фактически данные про Фюрента, про его маму, про детей. Ну, маленько они там стилистически изменили. Там, например, в фильме у Фюрента было 5 детей, а на самом деле у него было 6 детей. Чуть-чуть они, короче, поменяли. Не нашли актера на 6-ю роль. Ну, не знаю. По какой-то причине, хер его знает. Не стали заморачиваться, может, там про эту Махидевран тоже. А про Махидевран вообще мало тех данных. Очень мало вообще. Откуда она, чё она там. И про Хюрен, кстати, тоже. То, что она типа с Крыма. И как бы по истории не факт, что она с Крыма. Ну, на самом деле. Вообще хер его знает, откуда она, то ли ее Александра звали, то ли ее вообще Анастасия звали, откуда-то там Роксолан вообще взялось. Ну, короче, очень мало данных. Так, все, ребята, я пошла спать. У меня 2 ночи. Мне еще или полночи просыпаться с мелким. Давай, удачи. Потому что он. 3 часа точно проснется. Спокойной ночи. Давайте, да, спасибо.